Это счастье учителя каждый день общаться с детьми. Наверное, нет ни одной такой профессии, где мы заряжаемся детской энергией. Нам некогда стареть, нам некогда уходить в себя, потому что непозволительно с детьми. И я не только учу детей, я же учусь у них. Каждый день очень новый класс, новое поколение, дети разные. Да и, знаете, одни и те же дети, они каждый год приходят другие, они приходят разные, они приходят со своей чудинкой, со своими какими-то требованиями, со своими особенностями. Поэтому все это нужно принимать, все это нужно пропускать через себя. И поэтому мы всегда, учителя, остаемся молодыми, современными, благодаря детям. И какое счастье! Вы не представляете, какое счастье, когда дети, закончив школу, пишут, звонят и говорят: «Алла Васильевна, а я помню, а я сейчас это изучаю, а я это знаю, а я вспоминаю наши уроки с какой тоской, как мне не хватает наших уроков».